Ну, проводники появляются, потому что есть общая задача, так скажем, некого преобразования планеты. Вот это действительно есть. Но насколько это быстро идет, это немножко не так, как все афишируют, что все говорят, вот, мы там строим светлое будущее, вот там изменение полей и так далее. Оно в разрезе циклов, оно действительно идет. То есть идет преобразование. Но это, знаешь, как вот временные есть циклы, пружина сжимается, пружина разжимается. Сейчас разжимается пружина. То же самое, что когда, допустим, проходит какая-то война, да, скажем, и много людей там погибло, особенно мальчиков, да, и потом идет повышение рождаемости. То есть сама система, вот эта эгрегориальная форма Земли, это вот, ну, начинает это взращивание. Также и здесь, то есть сама Земля, сама планета заинтересована в взращивании уровня сознания, поэтому люди начинают просто постепенно просыпаться. Даже те, которые не были там знакомы с духовностью, но это категорически, ну, касается тех духовных мастеров, которые вот где-то наработанные в прошлых жизнях, кто-то под свои задачи сюда приходит. То есть тут большинство людей уже сюда пришли для этого, в том числе я, да, в том числе там разные, тоже там, ну, мастера, там как угодно ты их назови, там проводники и так далее. То есть они именно под эти задачи приходят. То есть поэтому сказать, почему так, ну, есть такой общий план сверху, так скажем, начальство там сопоставило, да, вот это вот. Но это в рамках задачи души каждого человека. Ну, то есть из серии у тебя есть, ну, цель в себе что-то проработать, что-то улучшить, да, там, реализовать себя там, как мастера, допустим, да, который до этого что-то у него здесь не получалось, не здесь, на какой-то другой системе, другой планете и так далее, в другой мерности, что-то не получалось, и ты приходишь сюда, здесь есть такая возможность, здесь время это пришло. То есть, знаешь, как бывает время прилива, время отлива и так далее, также здесь. Тут наступает это время, и ты такой, о, классно, все, на планете Земля такое-то время, все, я пойду это реализую, все, у меня есть возможность, у меня есть шанс, все, туда, хоп, идешь и так далее. Но это не значит, что ты до этого не проживал разные еще другие формы, да, которые тебя к этому привели. Потому что это такая, много, знаешь, многомерная работа. То есть ты и проживал ей разные формы падения, сейчас время идет от этого раскрытия. Но это ведь тоже в рамках жизни каждого человека. Поскольку те люди, которые в себе в жизни это преобразование не допускают, они просто, их мерность смещается в другой формат. То есть другое измерение, там другая, ну, в том числе и другая планета может быть, либо разделение этой планеты просто как собственный кинофильм. То есть он просто будет смотреть, но не видеть там никакого повышения вибраций, у него наоборот в жизни будет все хуже и хуже, хуже, там перерождение в другой системе и так далее. То есть это тоже имеет место быть.